красота же, ребята. Красота, красотенюшка. Шоца за мясо. Шоца за вид мяса. Шоца за вид мяса. Оставлю вам в комментариях ссылочку. Под видео в комментариях оставлю вам ссылочку, вы подивитесь. Кто это у нас такий с темным мясом? Это не гусь, конечно, не гусь. Гуся я вам показывала, дивіться, буквально днями отснимала. Так, по грудине делаю я разделку, так же самое, как и с гусем. Но у гуся, ребята, жира было очень много. В кочурце вообще пшиконька. Пшиконька, сейчас кину на веса. Вот, на веса и дивимся, 60 грамм. 60 грамм стопится и будет ложка жира. Что радует? Что Лену радует, потому что Лена не любит пекинскую утку. Ох, как я ее не люблю. Пекинку берешь красивую, такую жирепу. Ты ее берешь готовишь, тушишь. И там была такая ляха. А потом уже ты ее достаешь готовую. Вона масенька-масенька. И мяса совсем нету, что кушать. Совсем нема, что есть мясо. А это вот, вот такое. Мясо, конечно, темное. Сейчас трошки освещение с окна, оно более таки насыщенное. Красиво-красиво телятина. Разделку сделала. И аналогично, как всех пернатых, как все, что я там, особенно это водоплавающие. Вот, дивите, косточки. Вот это вот с крылышка, да, плечевая вот сюда идет. Вот, сюда крылышко. И вот эти вот кончики. Обычно эти кончики, я их вообще никуда сразу выбрасываю. Если молодая утка или гуска, даже перо, если снимать, вот тут бывает надернуто, я сразу отдаю Хасане, она их слопает. Вот, ну так как цим кочурям чуть-чуть неделя и будет 7 месяцев, значит крылышко нормально. Піде у нас куда? Вот, видите, какая красивая лаптя. Какая красивая лаптя. Такая хорошенькая, мясиста. Значит, лапти, крылья и хребет. Вот, хребет, шия, хребет, шия. И вот же, самое главное, вкуснятина. Это то, что я люблю у всех животных. А именно, він до качура, гляньте, какой у него хвост. И вот это он так ним мотыляет. Бачите? Это, в общем, все. Хребетики, шейка. Если кто говяжу, говяжу хвоста делает холодцы, то он знает вкус. Ну, это вообще бесподобно. Я в предыдущем видео, где делала разделку гуся, говорила, что самый вкусный холодец это с гуся из мускусной утки, а потом уже идет с петуха. Потом, это лично для меня. А можете написать в комментариях, потому что, ну, можете написать, ну, большинство у меня люди там, зрители у меня немі, они только дивляться, они ничего не пишут. Так, это ребра. Это ребра. Их тоже можно вымочить и піти на холодець. А це от такі от на плечі. Ну, така от косточка є. Це теж можна на холодець варити. Супи м'ясні можна наварити. Наварити на супи. Ну, як говориться, суповий набор. А це от, от тут воно знаходиться. Між ляшкою. От такі от косточки. Я їх вимочу раз, вимочу два, вимочу три. От ці от всі костомаки оцеї крові. І буду варити холодець. Буду варити холодець. Як варити холодець, ребята, ви всі знаєте. Значить, перший раз це вимочено. Воду міняти як найчастіше в течение там получаса, 20 минут. Потім воду першу закипаю, зливаю, м'ясо гарячою водою промиваю і ставлю опять от це от м'ясо опять в гарячу воду. І все, і тут тільки шум чуть-чуть зібрали. І холодчик, бульйончик, навар, він чистий, як сліза. Все, це у мене буде на холодець. І той з гуся холодець Лена з'їла, такий був вкуснячий, привкуснячий. Ольга мені ще допомогла. І давайте зараз по вісам глянемо, які у нас отут от ці от ляшки, які у них вес. Так, ну тут поміхи 6 грам, я не буду міняти. От вам зараз покажу. Раз, ляшка 480 грам.
Вот тут тики, вот эта вот косточка, вот. Вот одна косточка и вторая косточка. Все. И вторая ляжка. Будем говорить, что вырастила Лена качура 950 грамм. Две ляжки. Ну, тут я отрежу. Вот. Вот это вот я отрежу. Вот, отрежу. Вот так вот. Це у мене піде тоже на холодец. Тут навар хороший. Вот. А вот эту вот ляжку я рассоединю. И так, как у гуся показывала, разделю, у меня будет три куска мяса. Понимаете? С одной ляжки можно накормить три человека. Классно. Вот такие получились. Вот такие красивые получились ляжки. Так, грудина. Ну что, грудина? Грудину я сейчас свяжу, разрежу и покажу вам в следующем видео.